За отмывание более половины миллиардов рублей экс-руководителям одного из предприятий Усть-Катава грозит тюремный срок. До 10 лет лишения свободы они могут получить за то, что открыли фирму и проводили через нее неправомерные сделки. Мужчин задержали в 2014 году, а в 2015 предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями, а также отмывании денежных средств. В ходе расследования установлено, что в 2009 году они создали подконтрольную фирму и заключили договор с основным предприятием на поставку продукции по заниженной цене, в результате чего основной организации был причинен ущерб в размере около 650 миллионов рублей. В ходе обысков у бывшего директора усть-катавского предприятия полицейские изъяли сберегательные сертификаты на предъявителя суммой в несколько миллионов рублей, наличные средства, в том числе и в валюте, золотые изделия, представляющие нумизматическую ценность. У другого фигуранта в деле, заместителя экс-руководителя, тоже нашли и арестовали крупные суммы денег – около 3000 долларов и 5000 евро. Это при том, что его средняя зарплата за год составляла не более 500 тысяч рублей. Судом наложены аресты на банковские счета на общую сумму около 3 миллионов евро, недвижимость, автомобили иностранного производства и внедорожную технику. Теперь за содеянное бывший директор предприятия взят под стражу, его заместитель отпущен под домашний арест.